か。На лечении. Автор сценария Брайан Хартиган. Тебе посетитель, Гару. Скоро будешь как новенький. Все, что тебе нужно, немного покоя и НЗП, нежной забота Пуки. Беспомощен, и мы сможем застать его врасплох. Ниндзя, вперед! Наша маскировка позволит проникнуть в больницу. Используем этот шанс. Посторонись! Дорогу! 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 Вот он. Мы незаметно подкрадемся сзади. Доктор, вот вы где. Мы давно вас ждем. Фурункул этого пациента сам не рассосется. Я использовал мазь, как вы говорили, доктор. Но фурункул только растет. Нет, это неправильно. Гару, ты мой первый пациент по акупунктуре. Да? Не бойся, больно не будет. По крайней мере, не должно быть. Нашли Гару. Промахнулся. Вот вы где. Вас ждут на операцию. Ой. Ой, ой. Что, доктор? Оу, что за... Хо-хо, как это туда попало? Хо-хо-хо. Дорогу, Пупка, этой даме скоро рожать. Славно поработали, вот он. Держите его. Попался, как крыса. Тушьтесь, тушьтесь. Поздравляю, маленький ниндзя.
Это самое ужасное, что я видел в жизни. Теперь тебе конец. Задержите лифт. Что случилось? Как самочувствие? Я чувствую, что мне нужно на свободу. Боюсь, в ближайшее время не получится. Вам необходим отдых, сестра. Время мыться губочкой. Нет, уходите, пожалуйста. Нет, умоляю.